Всем привет, друзья мои! И вот, наконец-то, я закончила свои зубки. Покажу вам мои красивые зубки. Покажу сейчас вам клинику, если вы находитесь в Батуми. Я просто советую. Называется Нега Денты. Сейчас я переверну камеру, но посмотрите на мои зубы. Все почистила, столько зубов сделала. В общем, я очень довольна. Наверное, штук 10-12 зубов она обработала, также почистила, отбелила по возможности. Вот все. Погода с утра в Батуми была, знаете, какая? Погода была. Дождь такой, как из-под ведра, ливень. Сейчас вроде солнышко показалось, а сейчас я смотрю, что опять. Но мне нужно идти забирать свой компьютер. Ну все, друзья мои, до связи. День начинается новый. Вот находится на угол Тельмана и Лермонтова. Напротив вот такой вот строится дом. Называется клиника Нега Денти. Так что, пожалуйста, приходите. Ой, не пожалеете. Так, здесь килограмм арбузов, лар 60. Обалдеть. Возвращаюсь я домой. Боже, какие дома понастроили. Я так смотрю, это, наверное, один из центров Батуми. Смотрите, здесь на этой стороне и ТБС банки, и другие банки. Много очень иностранцев. Напротив фитнес-клуб. Жизнь кипит, как у нас в Мерсине. Сегодня я с собой взяла Марин Деладзе. Как же я без нее? Дерево красивое. Друзья мои, вот мы возле Карфура. Хочу показать вам стадион, Батумский стадион. Вчера был здесь матч, было очень все переполнено, негде было пройти даже. А мы идем, специально поменяла маршрут. Посмотрите, какие новостройки здесь. Очень красивые новостройки, очень. Раньше здесь было пусто, вы понимаете. Идем в дом юстиции. Можно я сальто сделать? Сальто нет, сейчас нет. Сальто мы спешим. Вы видели когда-нибудь памятник, бутылка Кока-Кола, Фанта? Пластиковая бутылка. Ты в бутылке, моя девочка. Давай скорее побежали, прыгай. Вот у нас такая красивая. Что только не придумают, да? А что-то продает он, видите, что-то продает. Вот там вот мой дом. А здесь другой дом. Такую висаду. Так что вот приезжайте в Батуми. Покупайте таких новостройках дома. Закончили свои дела. Да. ВТБ банки тоже закончили дела. Да. Мою карту новую выдали. Опять со старой фамилией моей до замужества. Я говорю, ну как так можно? Ведь я же сейчас ата. Ну почему вы так мне опять неправильно сделали? И я очень сильно понервничала. И они мне выдали другую карту. В общем, час потратила на это, еще, слава богу, все бесплатно. Так как говорят, это наше вино. Посмотрите, вот это старый Батуми. Я вам специально с Мари в такую погоду дождливую. Но у нас уже мало времени. Мы скоро уезжаем. Кстати, мне очень интересно посмотреть обувь, какая здесь. Раньше здесь была нормальная обувь. Можно посмотреть цены сейчас. Похолодало в Батуми. Этот дождик будет до целую неделю еще. Я не знаю, как мы отправимся в путь. Выбежали мы из этого магазина, как ошпаренные Корсо. Какие здесь цены, обалдеть. 500 чем-то лари босоножки. Вы представляете? Вы представляете, какой дорогущий магазин. Посмотри, что здесь за паста хлеба. Ну, это центр города. Конечно, он будет здесь все дорого.
49 лари. Боже, что це? Что это так дешево, 49? Такие цены есть в Батуми, видите, 50% скидка. Просто зайду ради интереса, посмотрю. Посмотрите, как красиво. Сколько в Батуми казино Golden Palace вышло вот на такой вот площадь. Покажу вам сейчас, где находится театр, наш Батумский театр. Смотрите на это, дорогие. И это прямой выход на бульвар. Это Радисон отель. Ну, а это жилой дом сзади, высокое здание самое. Мари, иди сюда, моя внучечка, куда помчалась. Видите, как красиво здесь. Такую ненастную погоду. А, все, иди там, впереди. Никого ничто не пугает. Сейчас девочки шли, и я снимала видео, они мне предложили тест на корону. По 70 лир, лари. Ну, я спросила, нужно ли для детей. Они тоже это не знают. Говорят, нужно. Мы будем знать полезной информации. Самое главное, чтобы документ дали. А это посмотрите на мою. Кому-то не нравится моя внучка. Ну, как можно ее не любить? Ну, как она будет сидеть на одном месте, как млямля, и будет всю жизнь, как млямля? Молодец она. Вперед, такая будет пробивная, как бабуля ее. Я тоже на одном месте не сидела. Друзья, вы понимаете, смотрите по-другому на этот мир. Дети должны быть активными. И она все понимает, ей надо говорить, что красиво, что нет. Что можно, что нельзя. И все, проблем нету. Детей надо воспитывать, с детьми надо работать. И моя мама очень много делает для этого. Они когда встают со стола, мне говорят спасибо. Раньше они об этом не знали. Потому что там соседи, деревня, настоящая деревня. А сейчас они и воспитаны. И это очень старые 12-этажки. Очень старые, их пора уже снести. Как-то одно время хотели их сносить, а потом остановили. А это 5-этажка. Вот сделали так, немножко украсили их. Смотрю, сейчас надстраивают верхние этажи. А вот моя девочка вот побегала, пыл выпустила и идет. Да, она в лабиринте была, побегала. Вот и все. Да, моя девочка? Я была в лабиринте. В лабиринте. Да, я видела мой дедушка такой лабиринт. Все. Ну, вот я села, немножко посижу. Бабулечка, не залезай, пожалуйста. На тебя смотрят наши друзья и скажут, что ты невоспитанная, непослушная. Да, она хорошая девочка, она слушает бабулю. Я хочу просто посмотреть. Посмотрите, посмотрите. И моя лапуля моя. Смотрите, она же похожа на меня, скажите. Погода переменная, не поймешь, как то солнце, то дождь. Надо сделать селфи. Не каждый день же я приезжаю в Мерси. Мерси, видите, как я уже соскучилась. Батуми. Вот моя любимая бабуля. Она сидит на скамеечке. И его сейчас я покажу лабиринт настоящий. И вот лабиринт. На тут посмотрите, какая. Так быстро не крути. Вот мы. Отдыхаю в Батуми. Да. А мы скоро пойдем в Мерси. Поедем. Поедем, да. Еще 4 ночи и все, поедем. Да? Да. Я сейчас зашла к своей знакомой, но ее не было, к сожалению, дома. Поговорила с ее мамой, пообщалась. Стараюсь последние дни показать вам красоту, так как некоторые пишут, да, что вот. Светлана не показывает красоту. Медленно.
мои дорогие друзья. Эндер почему не приехал к нам, я вам сейчас скажу, с нами вместе. Почему Эндер не приехал с нами вместе? Потому что Эндер, я приехала по своим делам. Да. У меня очень много дел, и нужно много времени уделять Эндеру, сами понимаете. Да, и потому что пришла моя бабуля, что нам втроем, чтобы мы поехали втроем в Туркетти, Мерсия. Да, и мы с Эндером постоянно на связи. Он сейчас в деревне, в понедельник возвращается и будет нас ждать. А потом мы приедем вместе с Эндером, привезем детей. Так что все в порядке, не переживайте. Вот вы пишете, что мы всегда вместе, вместе. Вот мы наконец-то рассоединились. Но это все временно. А это начало бульвара. Мы уже были с вами. Идем по красивым местам. А это Интурист отель. Гостиница Интурист. Напротив казино «Принцесса». Вы видите, какая красота? Здесь, на этом месте, был раньше кинотеатр «Тбилиси», а впереди казино «Принцесса», а здесь гостиницы «Макдональдс». Красота, друзья. Слов нет, обожаю мой Батуми. Всем привет! Какая красивая площадь здесь раньше. И здесь проходят всегда какие-то концерты. Здесь весь Батуми встречает Новый год. Я сейчас смотрю, здесь ярмарка. Моя внучка хочет в ресторан. Видите, как красиво у нас в Батуми. А здесь фонтанчики, но сейчас они не работают. Принцесса Самурине. Кругом, друзья, казино. Кругом. Жизнь вечерами кипит до утра здесь, в этих казино. Где люди выигрывают и проигрывают большие деньги. Куплю ей пино Ване, а то она очень хочет кушать. Да. Выпили кофе, зашли к Кирме. Мой сын пришел. Помогает мне мед нести. Вот такой вот у меня сыночек хороший. Сыночек, иди сюда. Тащит мед, везу моему баба Джиму и нам тоже. Боже, как изменился Батуми, красотень такая. Иди сюда. Боже, какие здесь отели понастроили. Дождик идет, капает, то проходит, то идет. Мне не верится, друзья, что я в Батуми. Все, скоро я уеду в Турцию, Мерсин, Туркетчи. Сейчас надо... Ребят, если вы хотите, чтобы мы уехали в Туркетти, то поставьте обязательно... Мария! Какой у нас сегодня вкусный стол? Борщ мамин красный, огурцы, помидоры. Я купила по дороге мясо вот такое, рулетка или свинью, как ее называется? Рулетка. А также курицу. Посмотрите, какой делают красивый сервис. Все это стоит 41 лари. Ну, конечно, намного дороже, чем в Турции. Почему я люблю Турцию? Но вот такой кусок мяса, посмотрите, прожаренный на гриле. Обалдеть. И мамы на ткемали. Приятного нам аппетита. Друзья мои, мы пока ходили, младшие вышли на улицу и их побили. И она пришла и разборки устраивает за них. Так вот сестра защищает своих братьев и сестер. Да вы нахал меня, мы с мамикой сидели сначала, да?
Как она говорила? Ты моя любимая защитница моя, внучечка. Сладкая.